із наданого списку композицій чоловік не знав жодної. Единственное, яку я вообще. Бо тут, тут це все, я даже не знаю, що це мальчики, що да? Дівчатки співають. Тільки одна назва здалася йому знайомою. Якщо не Сею Сеймі, то от тако просто. Я пил чай в этом прекрасном саду, под этими прекрасными кустами. Ну и что ходить туда-сюда? Времени что нет, надо учить песню. Есть старый способ такой, под подушку. Ложишь под подушку, и оно утром все выучивается. Так, я когда-то так Бородино учил в школе. Скажи-ка, дядя... Ну ладно, и под подушку, и утром рассказал. Перевірений спосіб Богдан застосував і цього разу. Я уже вроде и медитировал там, и упражнения делал. Надо еще сделать, если успею. Подышать, очистить голову, мысли очистить. Богдан. Выступ на...